И что у нас команда? Игорь из Внуково и Александр Павлов. Александр, ты что, ничего не поймал? Нет. Покажи нам окушка. Будем счастливы всегда. Нормалек. Окушок. Красивый окунь. Мне вообще нравится. Раскрыл пасть. К морозам, походу. Туда только мотылька класть. Ну вот на морозы, походу, да. Он обычно туда раскрывается, вот так вот. Так, ребят, потихонечку, слабенько, поклевки есть. Многие еще ребят не поймали. Сходов много. Игорь на 3 килограмма щучку упустил. Ну, примерно на трешку, да? Ну, плюс-минус трешка. Маленькую поймал. И было еще несколько поклевок, но не реализовал, да? Так, друзья мои. Будем ловить. Будем ловить. Что еще делать? Это, кстати, вот лес Золотой Королевы. Так то теперь он и будет называться. Лес Золотой Королевы. У нас там Золотая Полянка. Это лес Золотой Королевы. А Петр будет называться Золотой Король. Вот так, друзья. Замечательно. Ловим дальше. Погодка шепчет. Рыбка слабенько клюет. Но зато она нас в пруду там ждет. Мы ее поймаем. Поймаем, Александр? А что-то грустно, ты отвечаешь так. Во, вижу улыбку. Знаешь, поймаем.